Вот такое нагрудное крепление называется для телефона. Не думал, что прям такой идеальный будет. Толстый пластик, сам ремешок на резиночках. Такой пластик. Вставляете этот пластик вот сюда, и он идет на защелках уже. Так ставится. Все, защелкнулся. А это уже ставится сюда. Вот откручиваем болт. Это вставляете сюда. Тоже пластик очень крепкий, думал, что тонкое. Нет, пластик хороший, крепкий. Вот так. И сам фиксатор здесь тоже на резиночках фиксируется, чтобы болт не открутился. Задний тоже. Сейчас покажу. И вот от этого заднего фиксатора внутри на защелках и сам болт М8 вроде бы. Вот он крепится сюда. И уже никуда не провернется, 100%. Вообще идеально крепко держится. Вот. Одевается. Одевается таким образом, как майку. Одевайте мужскую. Точно так же будет сейчас одеваться. Сейчас вспомним, как там она у нас была. Вот. Это туда. Вроде бы. Как там? О, чуть-чуть спутался уже. Сейчас еще научиться надо еще надевать его. А это вот с другой стороны обута есть защелка. Оп, вот так защелкнулся. Ремешки выпрямляем сразу, какой вам надо. Размерчик здесь тоже вытягивать, ставится. Ну, пожалуйста, зафиксировали это как вам надо. Все, вуаля. Все, вот так вот телефон берете сюда и фиксируете. Хоп. И вот так. Так, сейчас телефон закрутил, все, и потом нижнюю часть. Вот. Вот так вот выглядит. Вот можно снимать и смотреть сюда удобно. Вот. Выпрямляешь, как вам надо. Все, вот так вот лучше. Пожалуйста, вот сейчас снимаю. Все отлично, все нормально. Супер, кайф. Руки свободны. Замечательно, супер крепление. Советую. Описание будет, ссылочки в Ютубе. Или заходить через мой шапка профиль. Супер крепление, советую. Кто снимает видео, ТикТок, Ютуб.